Lenovo Legion Y900 засветился в сети. Топовый процессор Dimensity 9000, экран на 14,5 дюймов, аккумулятор в 12300 мАч. Всех приветствую, друзья, вы на канале Фэншоп, полезные и не очень. Lenovo сегодня официально сообщила о новом планшете Legion Y900, который продвигается под громким слоганом King Tablet или Королевский планшет. Лайк, подписка на канал и приступим. Lenovo Legion Y900 получит нестандартно большой экран, который выделяется на фоне конкурентов. Также сообщается, что новый планшет будет построен на базе топового процессора MediaTek Dimensity 9000 и получит 12 ГБ высокоскоростной оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ физической памяти типа UFS 3.1. Емкость аккумулятора составит рекордные 12300 мАч. На данный момент компания еще не объявила точную дату релиза и цену королевского планшета. Зная компанию Lenovo, вполне вероятно, что на выходе у них получится довольно годный продукт за весьма приемлемые деньги. А как вы, друзья, относитесь к технике Lenovo? Пишите в комментариях. С вас лайк, с меня контент, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео.